Решили выждать. Члены Высшего совета магистратуры не торопятся защищать судью Олесю Цуркан, причастную к скандалу с компанией «Молдосик». Она призывает ВСМ вмешаться, чтобы защитить ее статус независимого судьи и не допустить общественного давления и вмешательства в правосудие. Между тем, совет получил и другие обращения, связанные с именем Цуркан. В адрес судебной инспекции поступил также запрос от депутата Дмитрия Алайба. Чтобы быть последовательными и всесторонне рассмотреть возникшую проблему, предлагаю не высказываться, пока свое мнение не представит инспекция. В ходе слушания члены ВСМ постановили приостановить исполнение обязанностей судьи в связи с предоставлением ей декретного отпуска, заявление о котором датировано 7 ноября. За день до этого Олеся Цуркан приняла решение, согласно которому один из акционеров, владеющий почти 5% акций компании «Молдосик», стал контролировать 65% пакет. Об этом в Фейсбуке написал депутат от ПДС Дмитрий Алайба. Он попросил Генеральную прокуратуру проверить законность решения Олеси Цуркан.